При работе над индивидуальной темой «Камчатка накануне Великой Отечественной войны» наибольший интерес вызывают документы акционерного камчатского общества. Ребята, которые пролистывают дела АКО, удивлены, что много предприятий работали на Камчатке, рыбопромышленных предприятий, предприятий, которые пушнину заготавливают, совершают лесозаготовки, проводят геологические изыскания. И они с удивлением узнают, что это огромнейшее предприятие практически являлось оплотом экономики Камчатки. Вот очень много интересной информации. Также информацию о состоянии, о положении дел в Петропавловске-Камчатском почерпнули из паспортов города 1937-1938 годов.